Спасибо вам за ваши громкие аплодисменты. Пока жюри все еще подводит итоги, я предлагаю поболеть за каждую из участниц. Набокова Елизавета, медицинская сестра Центральной районной больницы, город Бахмут. Ташка Светлана Палатная, медсестра Центральной районной больницы, город Волноваха. Давиденко Виктория, медсестра городской больницы, номер 3, город Краматорск. Тавранская Марина, медсестра городской больницы, город Курахово. Лина, старшая медсестра травматология, капитан, город Лиман. Пушная Ирина, медсестра центральной городской больницы, город Верноград. Ловчица София, медсестра амбулатории семейной медицины Никольского района. Куртовая Валентина, медсестра центра первичной медико-санитарной помощи, город Покровск. Медсестра областного госпиталя для ветеранов войны, город Светогорск. Жабреева Мария, старшая медсестра кардиологического отделения городской больницы номер 1, город Славянск. Супрун Оксана, медсестра центра первичной медико-санитарной помощи, город Угледар. Бойко Юлия, медсестра амбулатории семейной медицины, Ясиноватский район. И Федоровская Светлана, операционная сестра городской больницы номер 4, город Мариуполь. Аплодисменты нашим участницам. Максима Викторовича мы вручаем сертификаты на приобретение бытовой техники в магазинах ваших городов. Торжественные обстановки под ваши громкие, бурные аплодисменты вручить победительнице Виктории Давыденко.